Из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра в Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах оборвались линии электропередачи. Без света остались 1000 человек. Сейчас восстановительные работы еще продолжаются. Все социальные объекты подключены к резервным источникам питания. Больницы, школы и детские сады работают в штатном режиме. По поручению Александра Ткачева развернут краевой оперативный штаб. Он будет круглосуточно мониторить обстановку в пострадавших районах. Ситуацию с погодой губернатор также обсудил с министром гражданской обороны края Борисом Глебовым.